старый, сломанный старый чайник. Покрашу. Это был чайник из фикс-прайса. Но он сгорел. Сейчас я его перекрашу. Салфеточку нужно отделить лишние слои. А сам рисунок нужно не вырезать, а вырывать, чтобы не было видно четких границ. Вот так вот. Видите, как? Вот так вокруг надо это все оборвать. Я развожу клей ПВА водичкой немножко, чтобы он не был такой густой. Девочки, клеить начинаем от середины. Салфетка тонкая, поэтому не нужно сначала мазать клеем. Ну, тот предмет, на который вы будете клеить. Она расползется моментально, и все. И лучше по одному месту. Не водить несколько раз. Нет, есть способы сделать более крепкой салфетку. Но это нужно отдельно снимать видео. Там процесс, требующий времени. Так. Ну, если аккуратненько, быстренько все делать, то и так хорошо получается. Ну, это, правда, все с опытом, как и любое дело, все приходит с опытом. Так. Ну, декупаж, конечно, увлекательное занятие. Это из любой какой-то абсолютно безликой вещи можно сделать, не побоюсь этого слова, шедевр. Хочется, конечно, чтобы без складочек было, но иногда складочки придают шарм какой-то определенный. Вот. Сейчас все разгладим. Все. Ну что же, и вторую сторону. Та высохла у нас. Сейчас вторую сторону сделаем. Так. Внуку очень понравилось. Сейчас доклею и будем сушить опять. Вот такой кувшинчик получился. Ну, это, конечно, шутка. Thank you.
Пусть сохнут. Так, ну что же, вот одна высохла. Это я ее вытащила. Так, сверху как была вода, так она целая. Это вот это сверху я зачищу. Так. Сейчас попробуем вторую вытащить. Может, она так вылезет? Ну и останется мне просверлить дырочки, потому что крепление я не делала из проволоки. Просверлю и покрасить. А можно и не красить. Так они смотрятся брутальненько. Вот. Будут вазочки. Закрываем малярным скотчем само стекло и красим сначала белой краской. Я крашу фасадной краской, водоэмульсионкой, потому что они у меня будут на улице жить. Вот. Сначала красим белый, даем просохнуть, а потом уже основным цветом. Ну и по бокам тоже. Ой. Так, тут не знаю. Ой. Ну вот такой получился зелено-бронзовый. Ну и вторую. Краска кончается. Ух ты! Ну и все. Сейчас снимем вот эту бумажку. Отклеим. Ой, неудобно одной рукой. Вот что у меня получилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно.